Привет, друзья! Опубликованы кадры использования украинской армии двухзвенных гусеничных бронетранспортеров БВС-10. Всего Украина получила 28 голландских машин. Бронетранспортер «Амфибия БВС-10» был разработан в первой половине 2000-х годов шведским подразделением BAE Systems по заказу Минобороны Великобритании. Сейчас транспортеры БВС-10 в разных вариантах состоят на вооружении 6 стран. Основной функцией БВС-10 является транспортировка войск и снаряжения массой до 5 тонн. Машина в состоянии пересекать и водные преграды. БВС-10 представляет собой машину с двумя корпусами, соединенными специальным шарнирным механизмом. В переднем корпусе помещена силовая установка, кабина водителя и часть пассажирских мест. Заднее звено имеет основной салон и оснащено приводами гусеничного движителя. Машина имеет защиту от стрелкового оружия, которую можно усилить для защиты от пуль калибром 14,5 мм. Бронетранспортер БВС-10 может быть вооружен пулеметами калибром 5,56 и 12,7 мм, а также 40-миллиметровым гранатометом. Благодаря низкому давлению на грунт под машиной срабатывают не все противотанковые мины. В разных модификациях транспортерами БВС-10 используются дизельные двигатели нескольких моделей мощностью 285 лошадиных сил. Запас хода машины 500 км, скорость до 70 км в час. Всего транспортер вмещает 12 человек вместе с экипажем. Цена транспортера BVS-10 около 1,5 миллиона долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.